пятницу меня из кабинета никто не выталкивал. Не выталкивал. Вот. Они ко мне всегда, работники теплосети, относились хорошо. Всегда. Вот. И сегодня еще лучше относятся, так как я директор уже, наверное, так будем говорить. Я директор уже, наверное. Вот. Поэтому у меня с теплосетью всегда были очень хорошие отношения. И еще раз повторяю, очень хорошие отношения у меня были с Романом Дубиковым.